1, 2, 3. You're gonna be taller, don't worry. Okay, let's see how much he grew. Okay, let's see. Careful, don't hit your head. Okay, Beck, stand next to me. Pretty. Wow, Beck, you're so tall. He's not that short. Продлинили. Your hair all the way. It's okay, Beck. The cluster, we're so our small. Median, our median height. So, how tall is Ishva? Лили, да, Лили, там же, армия. Beck is exact, almost a little bit above 4 foot, so you're 4 feet tall. Дальше от порога не отойду. Вот отсюда просто хотела и самой почувствовать такой нежный моросит. Дождик, если не льет, значит моросит. На нос моросит. А Веселий, у нас дверь открываю, она думает, уже выходим. Это ее снимаю. Ха. А Веселий у нас, наверное, в туалет ходит. Да, да, ходит. Anyway, сегодня у нас день измерения ростов, и выяснилось, что папа самый высокий человек в нашей семье. Всех измерили, даже Бека немножко подтянули, чтобы, ну, придать какой-то ростик. Не помогло. Anyway, Бек самый короткий, папа самый высокий, на этом остановились. Надежда есть, что все остальные дойдут до папы. Что еще сегодня делали? Сегодня у Арка соревнование было. Рано утром проснулись, уехали. Я осталась по дому, покрутилась хорошенько, прочистила 2-3 слоя, пылесосила. Хлебушек испекла, фокачча, чебата, панкейки, вафли, плавик с мацуном. Что еще делала? Больше ничего особого. Времени не осталось больше ничего делать. Фонтанчик поставили, закончили. Наверное, увидели. Знаю, что это видео начнется с фонтанного обзора. Я сегодня... У вас сегодня новая генешечка. В отличие от первой, у этой немножко такая хромастая нога. Вчера маленькое приключение было, захотела что-то заснять, взяла телефон и вышла на пакетик. Это не пакетик, это коробка. Anyway, вышла, и вместо того, чтобы вот ногу сначала сюда, потом туда, сразу захотела туда, и вот прямо вот так, прямо хруст услышала. Это было очень больно. Но хорошая новость. Я ногу не разбила. И очень была этому раду. Так раду. Этому очень рада была. Такие маленькие... В общем... Ну, случайности бывают. И ты сразу находишь что-то, чтобы порадоваться. Представьте, я в костылях, в этом гипсе. Этого нет. А тут у меня просто такая очень пухленькая... Ну, моя нога. Сын говорит, мам, нет, не пухленькая. Говорю, Арнагджан, если сравнишь с другой ногой, тогда увидишь пухлый. Но все делала. Вчера маленькие массажики нужно было делать, немножко подвигать. Холодные нельзя ставить, оказывается. Всякое, в общем, все сделала. Утром хожу. Вчера не могла ходить, почти не могла ходить. Думала, все. До свидания, Москва, до свидания. Но до этого не дошло, все хорошо, все прекрасно. Фонтанчик мне очень нравится. Да, пойдем поближе. Как приятно, да? Еще не подключили, то есть подключили, проверили, работает. Все хорошо, все нормально. Они один камушек забыли дать, наверное, завтра или послезавтра поедем, заберем. А в основном такой миленький, красивенький, не помпезный, не громадный. То, что и было нужно. С росту пальмы, а? С росту пальмы, если не выше. Осталось остальное. Наверное, принесем камушки. Многие пишут цветы, цветы. Да поймите же вы меня.
Я не в состоянии. Сейчас особенно. Это не мой сажательный сезон. Камушки. Forever. О, да, я купила, и сегодня, наверное, это доставили. Solar lights купила. Соларные лампочки купила. Можно пока поставим по кругу. И потом уже посмотрим, если нужно будет вазоны возьмем. Чтобы, я тоже хочу, чтобы что-то красочное, зеленое, все-таки там просится, но не 8 таких громадных треугольников. Можно было и кофе Арамджан сварить. Сегодня он ушел, я проснулась без кофе, без ничего. Чай пила. Ну, вернулся кофе, одну чашку всего лишь. Ни кофе счастья, ни кофе готовимся к работе, ни кофе давай посидим немножко, отдохнем от работы. Этого тоже не было. Может, поставим Арам? Просится. Прям присела и захотела. Окей. Добрались. И если человек уважает свой кофе, хотя бы раз в день кофе с шоколадом из холодильника. Вот такой с хрустом. Это обязательно. Всегда любила плитку из холодильника. Другой вкус, другой хруст. Это несколько дней назад доставили, поставили в офис и вообще забыли, что там что-то есть. Может, может что-то и ненужное. Ну, ненужное. Зачем заказывали? Нету такого ненужное что-то. Все когда-то понадобится. Это return. Если не захотите, можете это использовать, вернуть. Если вам это не нужно, наверное. Вернуть, а? Не поняла. Это, помните, заказывала, и они доставили уже, ну, сломанный. Ну, почему? О, это билет, знаете, что сделала? Подготовила, чтобы обратно послать. И еще не послала, а я думаю... Это доставили, я у двери, она оставила это. А я думала, нам доставка есть, в офис поставила. It's okay. It's okay. Еще раз прикидываю. Я ничего не это самое, не испортила. Ярлык на месте. Нужно быть повнимательнее, Гена. Вот я сюда оставлю. Окей. Это знаю, что не удержалась. Скидка была. У меня такой голубого цвета. Очень люблю этот кардиган. Еще белый хочу. Наверное, куплю, если скидка будет. Для меня он хороший. Мягкий, удобный. А это такой сочный цвет. Не удержалась, в общем. Сезон. Кардиганный сезон. Настал кардиганный сезон. У меня их очень много. Очень много. Я постоянно мерзну. Мне постоянно нужен закет. Закет. Закет или кардиган. То есть постоянно не мерзну. Кстати, перестала мерзнуть, как обычно мерзла. Что-то поменялось. Наверное, уже не сильно анемик. Была анемиком. В какое-то время вообще была анемиком, мясо еще не ела. Кстати, моя аллергия остановилась временно, не знаю, с чем связано. Окей, говядину съела 4 дня назад вечером. Вот чуточку плавик съела, детям плавик приготовила. Это с этим не идет. Арамна, понравилось? Очень. Окей. Сказала, нет, хочу хотя бы кусочек попробовать.
съела, и очень тонкий такой раш был на местах, где обычно бывает. Сейчас не знаю, может быть и от мяса, и испугалась, больше не ела. Боюсь. Но делаю чистку организма и почему-то думаю, сердце чувствует, что очищу, избавлюсь от аллергии. Еще пью антивоспалительный такой шат сделала из куркумы, имбиря, там еще лимон и черный перец, по-моему. Немножко воды взбиваете, и вот такие, он очень такой крепкий, не очень легко пить. Нужно процедить, как сок пить, но я не процедила, такой густой, очень неприятный состав. Но утром, вечером вот пью, все-таки думаю, какое-то воспаление может быть. Вот не знаю. Ах, не знаю. Тут наш репортер, ваш агент, комментарий мне пишет. Я вам говорила, когда вас не читаю, иногда мы, когда общаемся, он потом из вашего имени что-то мне пишет. То есть говорит, а к доктору не хотите, дорогая Гина, сходить, анализы сдать? Actually, хочу. Может быть, и пойдем. Ты тоже хочу, чтобы сдал. Не анализы, кровь. Анализ крови, это тоже для анализ. Чего? Для чего? Для жизни. Все ходят, а чем мы хуже других? Все ходят, анализы сдают, знают, сколько у них холестерин, сахар в крови. У кого есть холестерин, сразу нужно это специальное, в общем, лекарство назначают. Anyway, но мы не ходим, у нас не интересуют цифры нашего холестерина или... Но мне просто интересно. Анализ крови хочу. Все-таки что-то у меня, наверное... Ох, наверное, с возрастом связано. Аллергия с возрастом. У детей аллергия бывает. Вообще не понимаю эту аллергию. Почему у детей должна быть аллергия? Они же еще совсем такие, у них все свежие. Органы, все органы свежие. О, это не удержалась, купила. Очень рада, что это сделала. Хочу, вот фонтан такой круглый, да? По-моему, очень красиво будет, если вот одним таким тонким... слоем лампочки, если там будут. Ну, просто как будто такой круг будет светиться. Хорошо подумала. И взяла, купила светлый круг. Вот. Это потом дети сделают. Прикрепят круг. Или ты сделаешь, может быть. Хотя такие вещи обычно дети делают. О, это... Номер один селлер на Амазоне оказался. То есть так было написано. И выбрала. Скидка была. 12 штук тут. Два хочу перед такой маленький, не огород, садик. Цветы посадила. Там селлер просится. А остальное... Сколько нам там нужно? 8. Че? 8 хватит. Anyway, купила. Говорят, хорошие, хорошо светятся. Они прямо входят в землю. Арам. Просто мне не терпится, поэтому арам. Может быть, попробуем сначала поставить, потом камни принесем и сверх камней поставим. Они вот такие вот. Наверное, вы знаете, этим мы не пользовались. Вот такие. Чтобы, хочу, чтобы их не было видно. Но по кругу в эти части, где отверстия, не отверстия, в общем, в треугольники, где-то в треугольниках поставить вот такие лампочки, чтобы просто светилось. Чем больше света, тем лучше. Наши соседи уже тоже начали ночью свет зажигать перед домом. Мы им сказали, что если там есть жизнь, ночью
должен быть какой-то свет. А то проезжаешь, темнота. То есть те первые еще не зажигают, с ними разговора не было. Нужно вообще всех соседей собрать и разговор о свете начать. В общем, это купила, еще не знаю, не могу советовать, хорошее, нехорошее. Мне нужно было, я купила. Вот, больше ничего интересного сегодня не покупала. И тому подобное. Пьем кофе. Несколько секунд сидим, молчим. Высекаясь. Этим детям столько домашних заданий задают. С утра до 2 часов мы ее не видели. Только что закончила. Бедный ребенок. Зачем вам этот колледж? Жили себе. Хорошо. Радовались. Без домашних заданий. Пишите. Сегодня очень нечестная игра была. У АК сейчас соревнования вроде бы начались. Дети приехали из Атланты. Вчера Бек тоже из Атланты. Дети были, команда. И... Это муж рассказывает, что в той команде они с собой привезли очень хороших 2 игроков. Играли только 2 мальчика за их команду. Даже, говорит, тренер рассердился, что так нельзя делать. Сильно отличались дети от, в общем, остальных. И только они забивали голы, только они играли, всех как будто разыгрывали, и была нечестная игра. Но, говорит, хорошо сыграли, Арка гол забил. Радовался. А как всегда, всегда рад, всегда доволен. Не проиграли, помнишь, Арам? Всегда такой был. Приезжали из соревнований, проиграли, скажем, 15-2. Их команда проиграла. Он с улыбкой заходил, я спрашивала: Аркадий, ну как была игра, как прошла? Очень хорошо, мам, у меня 1 ассист. Он подачу дает, с его подачи, скажем, кто-то гол забивает. И вообще я очень хорошо сыграл. 15-2 они проиграли. Ну, мальчик доволен. Anyway. Мы тоже довольны. Главное, чтобы поиграли, сейф. Вошли и вышли из этого катка без каких-либо происшествий. Столько раз сидели, смотрели, ребенок падал, с трудом вставал. У Арнака было сотрясение мозга или мозга? Мозга. Сотрясение мозга. Спорт хорошо, но в минимальном количестве. Не хочу, чтобы никто из них стал спортсменом. Вот. Пусть играют на здоровье, но профессиональный спорт особенно. Не хочу. То есть, что они захотят, пусть тем и станут. Кем? Тем и станут. Кем захотят, тем и пусть станут. Мы рядом, чтобы поддержать, помочь. Но если мне спрашивать, не хочу, чтобы спортом занимались. Угу. Мой муж очень хорошим боксером был. И соревнования выиграл несколько раз. Потом говорит, как-то получилось, что должен был играть, то есть не играть, что делают бокс? Биться,
забивать, в общем, бороться с мальчиком или с парнем. Сколько тебе было лет уже? 14. 14. И тот мальчик, и я занимались у одного и того же тренера. Притом его на этот бокс взял один тренер, который увидел, как он во дворе дерется. И он не хотел этот бокс, просто пошел, и у него получилось. И говорит, очень ответственное, важное соревнование было какое-то, не знаю, очень важное. И тот парень и я тренировались у одного и того же боксера, тренера. И говорит, почему-то во время матча тренер и помощник тренера были на стороне этого парня. Его как будто это самое поддерживали. В общем, он победил. А? Да, еще и тот парень победил, они за него очень радовались, но победил, говорит, потому что я уже во время боя как заметил, что за мной никого вроде бы нету. Никто, в общем, наверное, это не делали. Что делают для боксера, в общем, совсем его как будто, и говорит, как будто меня оставили, и от этого чувства, в общем, ему очень плохо было. Вышел, ушел из спорта, его постарались как будто обратно, в общем, туда-сюда, он сказал, послал всех, сказал, я закончил свою деятельность боксерскую, и закончил, и больше не пошел. Говорит, и так радовался, потому что я не хотел на бокс, говорит. Да-да, еще, по-моему, для этого соревнования он должен был потерять вес. И говорит, я так занимался, я так старался в этот парановон цейнасун, прыгал, знаете, когда прыгают, эта штука, в общем, можете не писать, я вспомню. Веревка? Веревка. В общем, он прыгал, за ночь или за две сутки он потерял много веса, чтобы участвовать в этом соревновании. Все сделал, но тренер и помощник тренера были на стороне другого мальчика, парня. В общем, мой муж так, как мой муж оставил большой спорт. Хорошее название влога. Большой спорт. А что? Ты бы мог, Арам. Ну так я рада, что ты не боксер. Представляешь, если бы ты был боксером. Ужас. Нос у тебя был бы такой. По-моему, у моего папы тоже нос от бокса кто-то разбил. Он так говорит. Завтра еще спрошу. Но у моего папы нос вот такой. Немножко такой кривой, когда мы спрашивали. И действительно разбитый, такой мягкий, разбитый. Когда маленькие были, любили вот так поправлять нос. И так и не поправили. И говорил, это я боксом занимался, и кто-то мне нос разбил. Почему смеешься? Моему мужу очень весело сейчас. А что ты занимался, мой папа не занимался? Это хочешь сказать? Да мой папа, знаешь, какой боксер? Я не видела. Ну, по-моему, Арам, да-да, он занимался боксом. Эта камера дрожит, потому что он смеется. Смейся. Завтра поздно. Сейчас поздно. Сейчас мой папа спит. Это самое давление. Мама исправила. Высокое давление, говорит, у папы было давление высокое. Дала лекарство, понизила, очень сильно понизилась, и потом дала лекарство, чтобы повысить, говорю, делать вам нечего. Давление понижаете, повышаете. В определенном возрасте у людей появляются другие хобби, понижать, повышать давление. А в молодости боксом занимался. Моему мужу сейчас очень весело. Не веришь, что он боксом занимался? Почему смеешься? Не думаешь, что он боксом мог заниматься? Мы завтра у папы спросим, узнаем. Он всегда говорил, что нос кто-то ему сломал во время Олимпиады. Мальчик по имени Бек говорит, я готов
песню выучил. Говорю, если готов сыграть для нас. Это новая песенка, еще учит. Но говорит, готов, но я не верю. Окей, ready, steady, go? Okay, it's okay. One more time. Ready, steady, go. You can do this. Okay, so you need to practice a little more, huh? Make each other practice, and as you'll do it. Good job. You did good for us. В общем, еще не готов. И начал плакать мальчик. Когда он устает или что-то у него не так получается, он решает, что если поплачет немножко, ну, каждый по-своему как бы справляется. Новая песня для него, наверное, еще немножко давно не играл, только-только уже начал. Месяц как начал. Месяц и чуть немножко. Он перфекционист. Если у него что-то не так получается, он старается, опять не получается. Это для него стресс. Уже начал плакать, пошел в свою комнату, чтобы, ну, я не видела. Позвала, говорю, мальчики, а ну-ка соберитесь там. Естественно, у них постоянно что-то на полу, обязательно. А ну-ка соберитесь, в общем, убирайтесь в комнате. Он из комнаты вышел, так вышел, глаза закрывает, чтобы я не видела, чтобы он плакал. И вот с такими закрытыми глазами что-то берет с пола. Anyways, ничего, пусть учится. Он может. Очень способный мальчик. Весь в папу. Боксера. Знаете, что хочу делать? Новый ковер купили. Хочу хотя бы ковер постелить, придать какой-то уют этой части комнаты. А пока кто-то заберет комплект, потому что там стоит еще один диван в гараже. То, что думаю, мне понравится, не знаю. Спрашивают, кто покупает мебель из интернета. Женщина пишет еще этот эмоджи. Господи, такой эмоджи есть. И вот такой, что это называется? Ну, вот такой эмоджи есть. Не знаю, кто как переводит это. Кто из интернета мебель покупает? У нас все, что купила. Он цеш, пара, антруп минчев. Даже камин вот такой электрический, и он мне очень... Почему не включаем? Марам, дождик идет. Даже камин я купила, это пульт, на интернете. Ну, это так включаем. Марам, так включали. Так, ха. Вот, смотрите, из интернета. Все из интернета. Это из интернета. Шторы, зеркало, люстры, комплект. Все из интернета. У меня времени нету идти, время терять в магазинах и что-то искать. Я сижу, кофе поставит муж. Кофе буду пить и это самое, и шапочку. Сюда поставлю, не буду нянчиться. Anyways, времена меняются. Люди, которые очень ценят свое время, именно из интернета делают свои покупки. Окей, Арам, убедилась, что хочу ковер здесь постелить или застелить.
какой-то уют, думаю, придаст. Сегодня хорошенько полами, как будто мне на эту ногу еще не хватало полами заниматься, чисткой. Но женщины, по-моему, вообще не меняются, если они занимаются полами. В общем, если хочешь чистить дом, тебе не помешает, что у тебя где-то болит, что-то тебя беспокоит. Это у тебя в крови, в женской крови. Еще тот кресло, то кресло хочу Арнака попросить, чтобы убрал. Куда поставил? Сюда. Здесь очень хорошее место. Окей. Постилаем. Этот ковер, если ковер мужского рода, да? Брат того круглого ковра. Только тот, я думала, тот же самый цвет, но оказывается, они тот цвет называют зеленым почему-то. Но это не зеленый, желтый был, на мой взгляд. И потом поискала желтый ковер, вижу очень знакомый такой узор ковра. Тот же самый, даже фирма та же самая. Только цвет это больше подходит нашей комнате. Мне это здесь понравился. Очень уютный такой угол. И ничему никому не мешает. Останется немножко. А теперь... Кто-то сказал, что придет, заберет, так что спокойно, что комплект уйдет. Но не терпится ковер постелить. Я такая нетерпеющая. Немножко сейчас погладим. Как раз пока этот ковер немножко погладится, мебель кто-то заберет. Наверное, что-то нужно мокрое поставить сюда, или влажное. Или сюда можно этого цветка поставить. Окей, Арн, давай кресло сначала поставим, потом уже что-то другое. Ну, время заберет, чтобы ковер поправился как-то. Окей, поправился ковер. Правда? Сильно? Отвечаем на многочисленные вопросы зрителей. Где Маруся? Где ваш серенький? Мебель серый. Марусик серый, я серая, Альма коричневая. Серёна, здесь Илья вспоминчится к эстехпарке. А я думаю, почему она тут пришла, спокойно лежит. Мы тут с мужем там сидели. Так, такое место хорошее нашли. И я ножки грела. И сидим себе и, извините за выражение, идиотские рилсы смотрим. Ужас, что творится в рилсовом мире. Anyways, тишина такая, хорошо сидим. Чай хочу заварить, но так приятно сиделось и без чая сидели. И вдруг замечаем, тут что-то творится. Кавалерша сидит под кавалером, но он не кавалер. Он не хочет такую кавалершу. В общем, мебель уже не новая. Серьезно. Главное, вернулся домой. С утра ушел, еще не пришел. Это уже не наш кот. Идет, не знаем куда, в основном идет на эту ферму с другими котами. Наверное, дружит. Приходит к нам, ест. Фермерские котики тоже к нам приходят, едят и идут на ферму. Что в этой ферме? Не знаю, но я раз уж стала, себе чай заварю. Тебе хочешь, ничего не заварю? Кофе не хочешь уже? Но он сегодня усталый, очень рано проснулся. Сегодня и рано будем спать, завтра школа. Как хорошо. Иногда хорошо, когда дети идут в школу. Весь день впереди, что хотите, можете сделать, успеть. Попук такой мягкий, хороший. Только мы думаем, он не думает, что он наш кот.
Если сейчас увидит меня у дверей, сразу придет, чтобы как-нибудь мельком прямо вот так бежит, убегает из дома. Окей, иду заваривать мой любимый сезонный чай. А ковер очень понравился, и детям понравился, всем нам понравился, мне уже не терпится. Я там сидела, ара, и вот не чужим, посторонним взглядом смотрела, когда тот диван пойдет туда, нужно будет два столика, и на эти два стола симметрично две лампы будут. Столик уйдет, очень люблю этот столик «Отоман». Еще и там мацу, знаете, у меня застаивается. Это большой склад, не только столик. Но не подойдет к тому дивану. Anyway. И даже задумывалась эти кресла рядом сюда. Даже Антупменчев. Слово хочу вспомнить. Сюда мы можем телевизор поставить. Будет хорошо, скажем, к Новому году мы любим, когда телевизор там что-то говорит на фоне, сообщает, напоминает, что год меняется. Можно сюда поставить и всем здесь собраться. В прошлом году в той комнате маленькой собрались у телевизора, ну, чтобы, знаете, Новый год, уже 12, шампанское туда-сюда. Окей, этот комплект тоже скоро поменяю, потому что уже целый год он у нас там стоит. Спрашивают, почему так часто меняете? Привычка такая, и очень люблю, когда все всегда такое разное. Видите, как легко? Здесь, это будет стоять здесь, как договорились. Значит, это мой любимый чай. Если даже гости бывают и говорю, хотите фирменный чай или несколько видов чая обычно завариваю, потому что кто как любит. В основном люди не любят чай с кофеином. В общем, кто выпьет этот чай именно, там куркума. И имейте в виду, если будете пользоваться досочкой, имейте в виду, это доска или пространство будет желтым. Это от прошлого года. До сих пор желтый. Беру всего лишь один такой турмерик куркума. Можно промыть. Промыла. И мелко-мелко режу. Чем мельче, тем цвет и аромат хорошо выделится. Можно измельчить. Вот. Он хочет сейчас уйти уже. Он поел, вот и поели, а теперь пора выйти. А сейчас и холодно, и дождик, и ночь. Ночью их не отпускаю. Отныне. Или отнюдь. Антупменчев. Есть выражение, которое хочу вспомнить и не вспоминаю. О, куркума, если хотите, чтобы активизировалась, специалисты советуют смешать с черным перчиком. Чуточку вот так измельчу. Очень ароматный такой, желтый, кисленький, очень зимний, как будто чай, который обычно пьете, когда немножко, скажем, болеете или хочется, чтобы уютно было горлу. Окей. И куркума, и куркуму, и имбирь не очищаю кожу. Или это, в общем. Говорят, там тоже есть какие-то полезности. Тоже измельчаю. Не знаю, какого размера, сколько. Вот столько. О да, и секретный ингредиент, то, что придает кислинку. Это... Забыла название. Подождите. Я знаю, и не пишите, пожалуйста. Я очень хорошо выключай камеру. Хочу это memory включить.
Очень даже помню. Он пока уже выключал, я вспомнила, это тамаринт. Угу. Это сладкий вариант. Есть кислый и... О, кислый куда положила? Кислый тоже есть, сладкий тоже. Это сладкий вариант, тот, который похож более на такую, знаете, неаппетитную. На кишечник или что-то, в общем, или что-то из кишечника вышло. Это сладкий вариант. А то, что кисленький, вкусный, у меня есть... Наверное, там. Anyways, тот кислый-кислый. Но в этом тоже есть кисленько. Очищается уже знаете как. И вам даже вот столечка хватит. Но я весь использую. Главное отделить от этого, от этой кожуры верхней или поверхности. Думаю, если поинтересоваться, это тоже может быть полезно, может этим тоже пользуются, потому что косточки тоже, говорят, если перемолоть и принимать, от всего помогает. Но через Ганундорс. И так плачет, как будто он, мы его не стерилизовывали, стерилизовали, хочет куда-то пойти. Поняли. Можно вот так и положить. Главное, чтобы... Да, еще и аромат этого тоже выделяется, кроме кислинки. Но это придает кислинку. Вот в гараж пойдет. Все, добавили. О, черный перец, чтобы не забыть. Если вы... любитель или любительница традиционных травяных чаев, хотите, чтобы они там присутствовали как-то, можете кусочек, ну, или листик мяты, или чабрец. Actually, я чабрец тоже добавлю, почему бы и нет. Чабрец очень часто использую в чае, когда миксы делаю, разные чайные. Чуточку, вот совсем капельку чабрец добавляю. И хватит. Это уже заварило. О, черный перец. Как хорошо напомнили. Совсем немножко. Даже не знаю сколько. Обычно, когда капсулы делаю из куркумы, тоже приблизительно добавляю. Потому что не знаю, сколько нужно. И думаю... Не имеет большого значения. Главное, чтобы там был черный перец с куркумой. И капсулы. Просто лень капсулы делать самой. Дочка занята. Но если хотите противовоспалительные капсулы сами приготовить, просто покупаете хорошую куркуму. Organic, non-GMO, от самих индийцев. И сами замешиваете с органическим черным перчиком, немножко вот так сверху свеже перемалываете. И эти капсулы, помните, показывала. И заливаете или засыпаете в эти капсулы. 2 капсула в день. Капсулов нету, вот это вам рассказывала, пока помню. И сама должна вспомнить и выпить. Вот такую настойку сделала. На вид совсем... Не такой уж. Но, то есть на вид нормальный, на цвет прекрасный, но на вкус вот что-то такое, такой размер, очень такой крепкий. И вот утром и вечером, но с едой или после еды, потому что очень такой. Потихоньку пью. О, да, еще апельсинчик туда прокрутила. Посмотрим. Думаю, у меня что-то там в организме запуталось. Какое-то может быть воспаление. Про докторов пока давайте помолчим. Они ничего не понимают в теле. Пишите, пишите. Окей. Это так. Оставляю на плите. Много налила. И в несколько секунд, вернее 5 минут, 5-7 минут на самой мелкой температуре. Просто так, чтобы
остался горячим, немножко выделился. И потом покажу, как это выглядит. Какой цвет прекрасный получается. Пока это буду допивать. Будем здоровы, вы все тоже будьте здоровы, берегите себя. Думаю, это сезонное что-то, что хочется как-то себя беречь, немножко здоровье как бы сохранить. Арухч. Чихнула или что-то. Так точно это мы говорим, когда вы что-то говорите, кто-то чихает. Это 100% правильно говорите. Кофцерес. Авускокача. Very good. Oh, I'm already a meow. Бати, Варусна. Мама, и так внимательно Варусик там мяукает. It's okay, Бати, стой, с банчаном, лавен гирарит. Лёсь. Их отношения очень такие сложные. Ты тоже очень сложный тип. Кто-то про мужа писал. Очень сложный тип. Интересно, откуда они узнают, что ты сложный тип? Как можно, не зная человека, так уверенно сказать «сложный тип»? Он очень хороший тип. Побольше таких типов рядом с женским полом, с женщинами. Будете себя чувствовать легко и свободно. Окей? Чувствую себя очень невоспалённой. Вы на этот прекрасный жёлтый. Ну, в чае желтый — это красивый цвет. Кто что подумал? Жаль, что не могу уже ничего сладкого. Но полюбите этот чай. Это очень уютный. Где мне присесть? Там, там, там. Туда присяду, потом приближу к камину. Мне уже хочется этот зимний, уютный такой настрой. Тебе тоже хочется чай. Присядешь со мной потом. Жаль, чай не пьешь, ара. Упс. Потому что чай — это в этот сезон как будто напиток жизни. Подождите, уже запах пошел. Только соскучилась. Это первый раз готовлю в этом сезоне, в этом году. Как быстро пролетел целый год. Я не заметила. Но сегодня вспоминали в прошлом году, что было, то другое. Очень много событий вроде бы было. Мы так бегали совсем. Ох, ну уже не бежим, успокоились, а, нам кажется. Думаю, то, что мы хотели, вроде бы все сделали. Больше никаких проектов, даже до фонтана дошли. Столько хотели, планировали на следующий год, все-все-все, но все-таки сделать. Но остались эти, в общем, возле фонтанные дела. Еще что-то хочу. Но это уже не проект, а перед домом мы замульчировали не тем мульчем. И вся такая трава выросла на этот мульч. Если успеем до конца года еще эту траву удалить, постелить пергамент и сверху мульч, очень буду доволен нами, Арам. Сделаем. Сделаешь. Я это не смогу. Я даже не могу эту траву всю перещупать. Нужно просто на траву эту ткань постелить и все, сверху мульч. У меня еще таких маленьких огородных разных дел. Наверное, на этой неделе не поленюсь. И все, что нужно собрать, соберу, потому что холод будет. Не думаю, что выживут там салаты-малаты. Все очищу, и пусть отдыхает земля. Если успею это сделать, ты молодец. Как
хорошо вечер заканчивать с чаем. Я довольна. И день был продуктивный, и успела немножко по дому прокрутиться, и отдохнула даже часок. Сейчас сижу, чай пью, что еще нужно.